то в том, то, что мир Всем тоже привет, есть. с вами снова я, Това и Гамбургер, да, вы не ошиблись, это именно он. И мы сегодня будем играть в Террарию. Какая-то Террария-то у нас. Да, не суть. Не суть, не суть. Ну, в общем, в новую обновленную Террарию. Костян тут уже без меня успел похулиганить. Ну, Ничего не осталось. хорошо, в принципе, не сильно. Костер тут разжег. Видишь, я тут бомжом бородатым играю. Ну, я вообще как бы черный. Как бы черным. Да, Черный, но как бы. Бать, у тебя что-то дом какой-то странный очень такой. Он не достоин. Я думал, вообще сейчас пизданусь, ноги переломаю. Так, мне нужно что-нибудь. У тебя есть что-нибудь? Сейчас что-нибудь смастерим. Я хотя бы прямо это. Жалко, ты сегодня в школу ходил. Так бы весь день бы сели бы, поебашили бы, было бы охуенно. Сам то. Стекло даже есть. Только-только тема. Светло, чтобы. Ага. Yeah. И все равно везде люстры. Чё, у нас даже гида теперь нет тут? Он сдох, почему? Я не знаю, не хочется возрождаться. Так, стоп, стоп. Сейчас я сделаю. Было бы с чего даже делать. И пойдем сразу в данж. Короче. Стой. Забери тогда. Забери меня. Может быть, у тебя вот здесь дырка? Нет, вроде нету дырок. Двери тоже вроде везде. Зачем? Да и он не нужен сам. Забей ты это. Пока только меч есть нормально. Пошли там как раз разживемся. Чё пошли пока, чё? Разживемся там внизу. Там уж все готово. Пошли, нам надо это... Не псит позвать бомжей. Зачем? Ну как зачем-то? Ну блин, толк-то это. Не ну, знаю там. Немного не чувствую. Покупать там и все такое. Да и было бы на что покупать. Был бы кому продавать еще. Можно и землю продавать. Все факела-то есть. Найдем сейчас. Где мой мотобур, а? Стоп, блядь, остановись. Я не успел строить, наверное. Все, работа совсем по-другому пошла, да? Все, теперь слишком быстро. В духе ты всегда быстрее. Блин, там внизу что-то это. Ну, уже лучше. Ура, вот так. Блядь, мне нужны факела, хоть парочку, Костян. Сейчас. А, и, кстати, кувалда тоже. Здесь кувалда. Секирку нужно. Так, короче, как-то вот так. Эх, Террари, сколько мы не ебашили, да? Один день. Один день? Ну да, один день мы ебашили как раз. Там, стой, подожди, что-то разогнался. Пошли дальше сюда в бок. Ну пошли в бок, так в бок. У меня теперь есть сраные сюрикены. Сюрикенчики. Короче, ты много чего нашел. Блин, там внизу что-то прыгает. Сказал нам себе. Что-то мне страшно. Вдруг там внизу негабат. У тебя есть эти палки как там светящиеся? Да откуда им взяться? Не знаю. Я же не знаю, сколько ты уже ебашь. Так, нужно с нижнюю сломать, на которой ты стоишь. Или эти лучше. Да уже не какой нужно. Ты ловкий, а? Вообще. Давай их покалечим, нахуй. Настало время пить с мишкой. Что настало время? Чё, путь с мешком? Клик с мышками бешеный там. Да. Ничего интересного, конечно. Это почему ничего интересного? Мы с Телетрона, когда пойдем мочить, это будет вообще пиздец. Опять вопли, крики. О, я вижу руду. Эй, она моя. Я их нашел. Скажешь это в суде.
Почему сиништики? Все ништяки? В прошлый раз, когда мы играли, я всяким говном ходил. Я тебе свое отдавал. Говно свое отдавал. Но оно же не было говном. Прям настолько. Ну прям вообще настолько нет. Ну был не все, Фонтан. Может спустимся в ту пещерку, завалим ту херню, хотя там вроде ничего нет. А. Ты продолжай копать. Не, стой, пошли вернемся на это обратно. Чё так? Ну. Давай прямой тоннель копать. Ну вот я и такой хочу. Что прям сразу в зад пускаться? Да, спускаться. Сюда. Куда нужно? Да. Блин, все плохо. Давай, запрыгивай, ты сможешь. Ага. Кто-то не сможет. Давай, давай сюда. Там слизни самодолбятся. Копай дальше. Опять я как... Почему черный ты, а работаю я? Что за херня? Это не Америка. Так во всем мире так и есть. В нормальном мире было. Ну, наш мир не нормальный. Потому что кто-то орёт. Слушай, ну мне реально кувалда нужна. Будем строить всякое говно тут. Блин. Не, не, какая тебе кувалда? Ну, обычная хотя бы самая. Ну, обычная. У меня сама такая же, как сама. Слушай, ты не боишься, что ты когда вернешься, то очень... Далеко уйду я. Подожди, я тут пытаюсь хотя бы как-то вернуться. Что хоть как бы как-то вернуться? Тут не больно-то сложно-то возвращаться. Вон я тебе сейчас ступеньки поставлю. На них спрыгнешь, там поставишь. Точно. Как воду-то сушать? Отвести ее куда-нибудь. А, нет. Не только. Можно просто заставить ее землей, потом раскопать опять и все. А, нет, она опять вернулась. Раньше это работало. Нет, не Майнкрафт. Поэтому не работает. И тут тоже работало это. Понял. Как ты ставишь? У тебя дерево-то есть, у меня даже дерева нет. Да, тут ни у кого нет. Какой? Я сразу появился сразу в шахту сраную. Хардкор. По хард... По хардшахты. Надеюсь, надеюсь, то, что у меня дома сейчас творится, не слышно. Да вроде. Ну, тогда ништяк. Какой-то хреновый отвод сделал. Их, я просто их много сделаю. Жалко, вода в аду испаряется, да? Да, еще там ее не хватало. Воды-то? Ага. Ну там же она нужная как бы. И, блять, нахуй ты ее вылил сюда, а? Я искал ништяки. Ладно. Извинение принято. Так, что у нас внизу? Какая-то камера. Видишь, ты нашел, куда ее взять. Не сливай ее сюда только. У меня ее нет. Блин. Интересно, глубоко нам еще. Хотя да, 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 нам еще пиздец глубоко. Конечно, глубоко. Стену плоти валить будем сегодня? Да, обязательно. Если только мне завтра на работу не идти, я тебе в школу, тогда да. Че, ну там же не сложно. Извещается. Немножко воплей, немножко криков. Все ништяк. Стоп, воды было много, что-то стало мало. Да. Слух, все плохо. Почему? Да я не успеваю с тобой. Да, это еще учесть, что я с дерьмовой киркой. У меня такая. Давай сделаем медную хотя бы. Все и так медную. Да? Или деревянный. Ну да. Но деревянный лучше медный. То есть,
Да ладно. Да Что-то блин. какой-то лютый регресс. Как мы наверх-то будем забираться? Ты Ну чё? блин, и вот я говорю, я с тобой не успеваю. Стоп, как ты это здесь сделал? Я нашел себе Что ты? одну вещь, что позволяет мне быть человеком-пауком. Грибы. Читак. Ох, пидор, нет друзей. Блин, я сейчас боюсь, весь инвентарь будет в этом говне. Хотя, Лучше, если чем ничего нет, да, то хоть что-то. Отлично, мое чутье меня не подвело. Пошли сюда. Да подожди. Я тут с тобой работу доделаю. Работу он за меня доделает. Вся грязная работа на мне. А ты сражайся. Да, сука, я тебе, блядь, наебашу тебя, пана. Ах, блядь. Все там жесткие разборки. В Террарии есть то, что никогда не будет в Майнкрафте. Ну, может, когда-нибудь и появится все-таки. Это факела, которые горят в руках. Ну, как, все тоже горят. Террария, кстати, на iOS есть, я же тебе говорил. Да, даже на андроиде. Даже на андроиде теперь? Ну, блин, вот на меня хуже. Прикольно. Копай там вниз, я пока тут немножко разведу. Там, короче, закроешь за собой. Что сделать за собой? Закрыть? Да. Ладно, постараюсь. Так, что это такое? Это вода или что это? Да, это вода, но какая-то по цвету стрёмная. Они добавили стрёмную воду. Чуть интереснее. Пиздец, мне интереснее, я чуть не утонул, блядь. Это пустыня, блин. Чёрт. Ты выпрыгнешь, давай. Не спрыгивай только вниз пока что. Чё было? Ничего. Не пизди мне. Зелье регенерации. Да, слишком темно. Внизу это... какая-то хуйня валяется. Что это такое? Ракушка какая-то. Да, после обновления играть стало намного интереснее. Вообще пиздец. Как отсюда выбраться? Когда нас это волновало? Слушай, инвентарь же пропадает. Не пропадает, только только деньги, да? Да. Так что вообще пофиг. Не так. Так. Чё ты копаешь? Я пытаюсь выбраться. Хочешь вернуться на прежний курс? Я просто хочу выбраться. Все плохо. Блять, вот темно, как в жопе реально. У негра. Паника. Ну да, хорошо, что поправил. Ага. То вдруг кто-нибудь обиделся бы еще. Так, теперь я в какую жопу пришел? Афроамериканскую, да? Афрожопа. Есть афрокова, это афрожопа. Если пиздец какой-то. Овощи. Ладно, я пока пути отхода хотя бы прошу. Сейчас бог поход. Ты сам не вспомнил. У тебя броня хотя бы есть хоть какая-то. А, думаешь, я разжился так хорошо? Или нет? Я вон слышу, ты там что-то крушишь. Бать, не ходи без меня. К чему мы будем снимать, если я буду один тут шляться? Ну, ходи за мной. Ебать, я знаю, что это. Это же ресурсы.
Ресурсы. Я пока дам пизды этой суке. На тебя, падла. А, мразь, думаю, я тебя не убью. Ура, это же каменные блоки. Подумать только. Сами каменные блоки, аккуратнее тут воду спускаю. Блин, там ее и так делать не буду. Внизу-то? Угу. Блять, надо найти ласт. Чтобы найти ласт, нужно идти к морю. Чтобы идти к морю, надо идти к морю. Если пойдем к морю, нам дадут пизды. Блин, уже какая минута, мы до сих пор не слились. Так, чувствую, какой-то засранец тут что-то строил. У, тут сталактиды, сталагмиты добавили. При этом слизни такое. Давай, попробуй, допрыгни до сюда, сука. Допрыгни. Блять. Падла, падла, на тем, блять. Ух ты, нифига себе, из них руда выпадает бывает. О, золото. Блять, долбает, причем жестко так. Да, я вижу золото, золото. Походу тебе опять придется бегать. Э? Походу тебе придется бегать с говном. Ну ладно, там, кстати, статуя стоит. Интересно, проканает та фишка, если, например, под статую разрушать породу, что она выпадает. Да, да. Проканал. Блять. А, мне страшно, блять, он меня сейчас запиздит. Где мой? Фух. Надо отдохнуть. Старай золото, блядь. Не смог нас спасти. Ты спас я нас, у меня 61 хип, у тебя 54. Мы вообще полны сил еще. Что это за красное говно? По-любому нет, не отковырять сейчас. Все, пошли отсюда, не ковыряется. Да-да. Только текстурку меняет и все. Надо было знать. Вниз нырять не будем. Думаю, не надо, да? Не надо. У тебя палок с гелем нету? Надо вниз. У тебя палок с гелем нету? Да нет, нет, он не. Блять. Нет. Чё-то какая-то херня, мы столько уже по данжам, по подземельям копаем и вообще палок с гелем нет. Может их скрафтить можно с чего-нибудь? Веревка есть. Не выпадают с кого. Они с этих, из горшков выпадают, из слизней, по-моему, бывает. Слизни не выпадают гель. Серебро? Да, мне кажется, ух ты, у меня 5 серебряных. Нет, тогда надо спас будет выбираться отсюда. А то есть тебе серебро не надо? Где серебро? Перед тобой. Да? Охуенно. Передо мной Нига вообще тут пишет. Докатился с нигерами в шахтах копаем. Слушай, там что-то еще есть. Слышишь? Тут все есть. Да, и слизняков толпа. Один из них к нам вот-вот спрыгнет. Блять, надо его замуровать. Обезопасить себя. Он спалил, что мы. Че ты думаешь, нас от меня обезопасить, когда мы будем выбираться? Блин, у нас даже бомб нет. Блин, у меня вот только в сундуке дом. Бомбы? Угу. Хотя бы. А, с собой даже есть. А, зачем ты ее потратил? Много пользы. Не надо, не взрывай, не под водой же вообще хреново. Это граната, они вообще не взрывают породу, он только мобов убивает. Жаль. Стоп, серьезно, граната? Действительно. Ну ладно. Знаешь, бомбу все-таки дома. Фига себе. Зачем ты его так? О, гей. Сука, ура, у меня палочка выпала. Блять, вот кидай ее на дно туда. На днище? Да, что? Я видел, куда копали. Эх, ты же, блять, там уже второй пришел.
Стоп, а ты не утонешь? Не знаю, как жизнь. Пойдем. Я же думал, ты себе какой-нибудь ништяк нашел. Ты, кстати, там бомбу подобрал, я ее спалил. Ай-яй-яй, я чуть не прокопал в другой карман. Если бы я туда прокопал бы, нас тут затопило бы нахер. Бомбу. О, действительно. Вот она-то нам сейчас поможет. Не надо. Нам алтари взрывать же. Да, до алтари еще дойти. Ну да, так-то. Есть. Блять, вот в эту в дырку бы лучше попал. Еще разберемся. Блин. Короче, надо воздушный карман еще сделать. Нужны и карманы воздушные сделать. Есть, еще что-то. Еще бы что-то видеть потом. У тебя бомб больше нет. Ты там не скопытишься так? Я контролирую ситуацию. Карта, кстати, вообще ништяк вещь. Тут твоя такая башка, у меня вообще. У тебя одна башка, у меня башка и стрёмный туловище. Я нашел карман. Сейчас я сделаю. У тебя не туловище, у тебя вот именно борода. Вместо полбашки. Вот так вот. Едем дальше. Что ни хера не уходит. Кто? Вода-то? Как ты ее тут по-другому знаешь? Я ее сюда отвожу, и ты там ее отвозишь, и ни хера вообще. Блин, зачем мы тут все смотрели, зачем там ее отвозить? Не знаю. По-хорошему нам там бы продолжить копать, вернуться бы, да и все. А, тогда пошли отсюда. Блять, там... Нет, а нет, нет, ты чё сотворил-то? Сейчас вода нас затопит нахер. Блин, еще зелику поставь. Да, они еще дальше. Там сверху вода, блин, дебил. И дофига этих. Молодец, блядь. Да все, уходим. Нет, пизди этих уёбков. Сейчас поставлю. Подонка, блядь. Отпизди, блядь. Все, давай, быстрее сюда. Не достанет. Хуенно, блядь. Так, стоп, вот сторону счет. Нихера там еще нет. Есть, есть, есть. Давай сюда. Тащим так, стоп, все плохо. У меня кончились некоторые ресурсы. Какие? Ну, я. Нужно отсосать? Что? Нужно отсосать, чтобы пополнить ресурсы. Ай, сука! Ай, он меня убивает, блядь. Прикинь, кнопка заглючила и пиздец. Так безопаснее. А, да, безопаснее, пиздец вообще. Так, тут никто не ожидал. На чё хилиться, на чё хилиться? На жизнь. На жизнь, на чё, на какую жизнь? Наш. Наш? Да. Фу, всё, нормально. Так, вроде мы его убили, всё. По-моему, да. Я же не ждал то, что червяк себе придет. Ты пиздец, так ты меня замуровал. Это было близко. Тут одни камни и говно. Блять. Вот это херня. Давай, походи. Блин, его еще разочек ёбнуть и все. Такие хипы просто улетают. Он, кстати, по-моему, подхиливается слегка. Да нерками. Ничего. Не знаю, мы же отхиливаемся слегка. Чуть-чуть снял выпил. О, вупи. Вупи что? Мне переделка выпил с ним. Чё выпало? Переделка. Что за переделка? Переделка. Переделка? Да. Чё она делает? Знаешь, садятся на переделку. Охуеть. Так, стоп, подожди, прикрой меня, я должен узнать, что это за красный сериал, там, кстати, который мы не можем добить. Так, вот теперь.
Да, пусти его, я его да, хочу добить. Вот су... Он цирковой был. Ты видел просто такую дырку запрыгнуть. О, все любил. Где? А, вон там что ли, наверху? Блин, пиздец. Копай, копай. Я хочу новую дырку, я хорошо работал. Я был хорошим мальчиком. Сделай мне новую кирку. Так, что там на лифту происходит у нас? А что можно от... от... А, точно. Камеру можно уменьшать. Я думал, вообще можно второй экранчик сделать, картинку. Можно масштаб нажать, и тогда будет второй экранчик. Да? Ну как? Как сделал бы? А. А так, ясно. Давай, короче, сдай сюда, доходим до этого кармана. Если дальше да. ничего нет, возвращаемся. Нам дальше что-то будет. Пущи. У тебя тоже это произошло? Что? Он поменялся. Да, вот два шага сделал, поменялся. Офигеть, ты виноват. Там песок сверху, давай их на них попсыпем. Пусть мы еще на нас насыпем. Да нет. Там как раз какая-то хуйня еще есть. Вон, видишь, как его ёбнул. О, сундучок. Что, последний не сыпь. Сейчас я приду. Где? Кстати... А как-то моментально скорость набирает на историю. Реактивный, сука. У тебя ключ-то есть? А, не, не нужны теперь. Что? О, я нашел, короче, мячик прежний. Охуенно, чё он... Тойота, ах! Тойота? Ну да, что он Тойота? Чё он даёт? Играть можно, не знаю. Я вот пиздил. А, пиздил. Пошли, там дальше нет ни хера. О, подожди, меня сундук забрать. А? Ну давай. Давай дойдем до стенки, посмотрим, что там. Нет, ну, днище там, блять, забить вообще песок ебаный. Копать его еще. У нас план, мы и так из графика выбиваемся. Бей его! У меня 38 медные руды. Блять, почему я так не умею? Потому что ничего. Да. А ты типа. Зато ты не умрешь первый. Да. И у меня есть шанс выжить. Так, что-то куда-то блин, не знаю, куда я попал. Тут ручьи всякие добавили. Ну ты говнюк. Я остался. Нет, не туда. Из нас охуенный тандем получился. Черный и дедок с полузеленой бородой. Ты специально видно создавал. А я вот рандомил. Конечно, специально. Я хотел черного, а получилось красным. Индеец. Индеец. Оу, я даже тут кое-что интересное еще нашел перед уходом. А руда? Нож. Много. Ну хоть чёт. Поторапливайся, а то выбьешься из графика. Должен так не выбить. О, там внизу пещера. Ты прям сейчас за жопу на эту херню приземлишься. Да уж. Так, надо.
подсобить тебя, а то пизданешься еще. Да я че, я постель, я же вот так могу. Я же вон танк могу. Палочку что ли бросить эту? Чтоб с видом был. Нет, сэкономлю, блядь. Охуеть! Что это еще было? Ловушки. Они были еще с прошлого. Ладно. Подбери мое бабло. Ебать, тут ночь. Я вообще по костру прошел. А, зырка, блин. Пол закрытый. На тебе, сука. С тобой, блядь, биться буду, падла. Да не бей, да ты уходи лучше надолго. Блядь, зомби с какой-то хуйней на башке. Он уж совсем. А это слизни зомби, ебать! Блядь, они меня пиздят. Так, да, договорил, забей на них возвращайся. Я сейчас вернусь, подожди, прям 2 минуты боя окончу и вернусь. Так, ладно, я пока изучу, что это за красный металл. Нифига себе, куперкоины, это чё такое? Ну, монетки, да? Да. А я радовался, блядь, я думал, там ресурсы выплывались. Красивый. А, я иду. Слушай, ну с карты это вообще сказка. Да, в принципе, так же куда идти. Ну да, только не всегда. Смотри, что он видит. Чё, моя мать... Пиздец. И чё? Блин, ну придётся туда вытолкнуть, его нельзя забрать. Эль? Сейчас я вернусь. Отдай бомжам, пускай играет. Там чё-то свет горит, это наш, что ли? Блин, я тут всё кризис строю, поэтому не сможем выбраться. Ты бабки мои забрал? Да. Нихуя. Там что-то, блин, этот. Что-то горит, что же это такое? О, я уже. Мы там были. Так, ну ладно, пока наверху. Блять, деревья выросли в доме. Сделай мне кирку новую. А, да, кстати. Сейчас я тут всем займусь. Выбросаю хлам. Сделай шлюх. Резину. Давайте производство. Два брата еще куда-то. Не очень шпалили. Такая шахта, пиздец. Короче, тебе как лучшему работнику подземелья. Ура! Ура! Блин, походу не достанется. Блять. Вечно начальство наебывает. Так, не, сейчас подожди, мы еще придумаем. Блин, а что нужно сделать, чтобы торгаш пришел? Вот я не помню. По-моему, одну золотую собрать. Это уж давно у меня есть. А комната есть для него? А, вот им комната ни для кого нет, как раз. Ну вот. Так, подожди, я тут у нас обеспечу. Блин. Так кажется, что и недалеко ушли. А вот так вот, блин. Так по карте далеко уже, в принципе. Кстати, по-моему, одну сердечку стоковую. Одно стоковое сердечко мана добавили. Да, это на вроде всегда было. Одно так всегда было, да и по-моему нет. Ну вот, что тебя нужно. Так, офигеть. Ты сделай это, блядь, ты не сделал кувалду. Я иду к себе. Что тебе надо сделать? Кувалду. Кирку сделал. Ну ладно, пофиг. Кувалду тебе зачем? Ломать объекты. Так ничего не встретил, еще можешь сломать. Ты вдруг сердце найду. Так обычно можно ломать. Если нет обычно. У меня вообще нет кувалды. Странно. Да, у меня есть.
Блин. Угли? Что? Нет, не угли. Говорю, блин, тут камни что-то до хера вообще. Так, внизу какой-то... Не знаю, что это такое. Ну, короче, спускайся вниз. Да мне тут теперь еще строить за тобой. Да я же лучший работник подземелья. Короче, в хаосе будем строить. Так. Блин, надо было сейчас материал собрать, тогда бы точно что-нибудь нормально не сделал. Ема, Косян. А. Короче, каду вплотную приблизились. Что-то как-то быстро. Ну как, тут уже трещинки такие с лавой. Да и это еще это далеко. Ты еще далеко? Ну, кажется, да. Не слишком что-то вспомни, как раньше мы для него копали там 100 лет. А карта-то, по-моему, она отображает в этот, вот полную толщину. Хотя если даже полную толщину мы только до половины там же докопали. Не было еще дальше. Что? Там она не в полную отображает как раз. Фига себе, сколько же нам еще тогда копать. Мне, по крайней мере, здесь я еще далеко. У меня так быстро ручей пересыхает. Блин, хочу вот эту кошку, которую, помнишь, раньше падали, падаешь, цепляешься и не разбиваешься. Было охуенно. Блять. Хорошо еще и эту херню поставил, да? Нет, там бы я воду упал, был бы. Да нет, тут воды. Казалось. Так, что тут дальше-то у нас? Ага, там летучий мышь застрял. Они, по-моему, больно дерутся довольно-таки, да? Не помню. Блять. Что? Бесконечный водопад. Бесконечный водопад. Блять, там их две. Я очкую. Кинь туда гранату, а? Сейчас, подожди. Я хочу с водопадом разобраться. Эй! Это моё, я ниндзя. Как-то... Так. Ай-яй-яй, ты меня угандошишь. Фух. Я в... Что? Так, докопай там. Я нашел сердце. Сейчас, подожди. Я почувствовал, что там будет сердце, и нашел его. Ай! Пиздец мне. Сидись по полу. Да уж, реально заебись попал. Ну, кстати, новую анимацию под для него сделали шикарную. Так, у меня какие-то оранжевые грибы, мы будем считать, что это мозг чей. Под сердцем, кстати, нельзя разбивать. Сапфиров нашел. Может, будет лазерный меч замутить. И золота дофига. Ты еще как-то выжил? Выжил, иди забирай, блин, сердце. Все не надо. А у меня нечем. Так, ну, сейчас, подожди. Я пытаюсь выжить сам. Ты кирку мне отдай мою, как лучше. Ну, приди и забери. Сердце ему найди, значит, потом забери там. Ну, хочешь, я себе оставлю. Наглец, блядь. Меняю сердце на кирку. Ставь себе. Давай. Так. Блять, там. Стой, подожди, стой. А, блять. Я его отпиздил. Это типа и меч мне, да, и кирку мне. Сколько уже шмота всякого. Надо барыгу срочно. Строить дом для барыги и это. Собери этот, Костян. Подожди, сейчас. Эту дырку закрываю, чтобы мама могла обратиться. Ух ты, вот эта вот скорость.
Вот это скорость. Воу. Я просто как стахановец теперь ебашу. Блять. А, сука, 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 иди сюда. Что, лазер? Что? Да не, какой лазер был. Лазер был? Лазер какой-то выпал. Да ладно. Постреляй из него. Ну, ты думаешь, как можно? Сердце забери, да. Да хуй там. Да ладно. Ага. Типа, кирку покруче надо, что ли? Да тут не кирка, а вот... Мол, кто-то другой. Так, Ну стоп. да. Я про него имел в виду. Так, короче, задержи. Кого задержать? Кого-нибудь. Ладно, я просто продолжу копать, короче. Сейчас. Так. Так, я сам сейчас вот рискануть надо было. И что же делать? А? Что же делать? Я воду спустил. Блять, гигантский слизень. Тебе есть если зеленый херни кинь, чтоб это сюда. Хотя сейчас да. Вода сама сольется, в принципе. Там слизень здоровый. Вообще здоровый, псина. Оу. Что такое? Сапфиры тоже. Аметист. Ух ты. Мне нравится название. Так сапфир зеленый. Или нет, все-таки? Какого зеленый цвета сапфир? А, я очень много поставил этих футилов, но хули долго. Уходи. А, это мать слизни. Ух, сука, блять. Я походу, я теперь еще умру. Ты ее почти отпиздил. Я? You were slain. Тут костер до сих пор горит. Раньше, по-моему, не было костра, да? Не знаю. Ну, раньше меня в живых не было. А-а-а, я прыгаю просто. Всем показываю свои подмыхи. Причем у меня деда на качок какой-то. Ну еще так шахтерить, блин. Я заберу наши деньги. No money, no. Ты убил ее? Нет. Блять, главное, чтобы это... Там на один удар где-то осталось. Она съебалась. Что? Что это было? На меня упал кусок говна. Шарик. Так. Кирпичный. Ты уже спустишь, что ли? Да. На этот раз я забрал наши деньги. Сколько там? Да не знаю. Достаточно. Какой раз уже несу всякое дерьмо? Да я аж привычный стал. Слушай, мы в бок-то далеко так отошли, в принципе. В смысле в бок? Ну вот когда мы в сторону. Нет, в сторону, когда подходили, да. Блять, стилет, иди нахуй, сука. Сука, 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 сука. Я тебе, блядь, тебе пизды дам. Ох. Серебряную монетку дали, прикинь. За эту паду. Да, там, кстати, дофига руды. Так, стой, подожди. Ты чё, такой мажористый, что ли, ты раскидываешься им? Отныне, да. А? Отныне, да. Фига себе. У меня твои деньги. Все равно здесь нет магазинов пока что, так что пофиг. Так, а что, как сердце достать? Кого достать? Сердце. Нужна кирка, не деревянная. Ну, у меня не деревянная. Какая у тебя?
я не знаю, железная, вся серебряная. И там не кирка нужна, а молот, а где молот, здесь, хер знает. В том смысле, можно же вообще молотом его рубить. А там крысы или енот какие-то бегут. Да ладно. Бей их всех, да? Я добиваю на царя. Блять, тут пираньи охуенно вообще, и ловушки. Что может быть лучше? Так, желтый это топаз. Надо как-то учить это. Так. Слушай, реально с медуз падают эти палочки светящиеся. Блять, я боюсь, сейчас прыгнут. Аккуратнее тут, видишь, черепушка стоит, значит, тут ловушка где-то. Значит, ломаю. Ее нужно ломать этой кувалдой. У меня ее нет. Ага. Ай! Я сломал обычной киркой. Ты сломал обычной киркой, и опять выпал этот кусок говна, который чуть меня не прикончил. А, да, действительно. Отлично просто. Когда это дерьмо в руках зеркало. Просто я как строитель требую каску. О, серебро. Складающий летущий, блядь. Опять эту огромную херню вернулась. Только с полным запасом жизни. Реально, мы же ее так не отпиздили тогда. Да. На этот раз мы готовы принять будет. Суки. Я вам падал пизды-то дам. Дам пизды-то. Все, всех отпиздили. Ох. Так, ясно, ни пизды там нет. Ни пизды тут тоже нет. Там что-нибудь есть? Не знаю. Я исследую. То есть факела кончаются. У меня дерево кончилось, поэтому сколько здесь выходить? Вообще пиздец. Мыши, ёбаные мыши. Помнишь раньше, когда у нас были охуенные кирки, мы мобов по инерции пиздили кирками? Да, чё там. Сложно, что ли? Блять, ты тут все затопил. Я? Да, к хуям. Или нет? Нет. Это твоя работа. Да, ну вот. Я такой плохой мальчик. Бэд бой. What you gonna do, we come for you. Так, ну короче, попробуем такую же. Лежи. Так. Кстати, я думал, что бриз переводится как ветер. Дыхание, да. Бриз. О. Ну, дыши, да. Да. Блять, быстрей. Быстрей. Два шарика. Один. Половина. Фух, еле выпрыгнул. Ох. Так, хотел отвести воду, ни хрена ничего не отвел. Да пиздец. Отвести воду он хотел. Блять. Так. Ладно, я продолжу наш скорбный труд. А я отведу воду. Ты ведешь воду? Ну, надо уже. Я только начинаю отводить, кстати, воду. Так что ты... Короче, ну уж продолжу наш труд. Тут ничего не видно. Да, я про то же. Наедим сейчас говна зазря.
блин, Кирк на такое расстояние охренительно долбает, это просто офигеть. Продолжаешь спускать воду сюда. Да. Тебе это мешает? Да нет, совсем нет. Я так и думал. Но, да, где же? Что, где же ресурсы? Теперь Тераф может у нас в доме жить. Охуенно, и чем будет делать, воровать? И грабить, убивать, пить ром? Насиловать, да, кого-нибудь, медсестру там? Я хочу узнать, как добыть... Как насиловать медсестру? Но почему-то я никак не могу это узнать. Нужно построить комнату. Давай построим комнату, реально, пока эти бомжи придут. Так они сразу и придут. Все равно время пройдет, пока не появится реально. Ну, иди строй, что-то. Так, вот, хрустальное сердце. С помощью молота. Какого молота? Медный молот, железный молот. Походу можно либо, но не разрешает. Так, ну явно не деревянный, значит. Блин, Костян, ты сломал все-таки? Да, только даже кир, как всегда. Как все использовать? Все используем. Давай продолжаем строить. Еще 7 факелов и выходим наверх, потому что у меня факелов больше нет. Есть. Сколько? 92. Блять. Я типа тут отсюда с костараси, что ли, выйду? Мне и так борода. Так, стой, подожди. Надо продолжить. То есть. Построить. Тут все нормально будет. А, слушай, не. А, нет, остаемся. Ну не надо. Давай там. Нет. Не сердце тут. Тут вообще паук какой-то ебаный бегал. Я его завалил. Кстати, кроликов еще никто даже не пиздил. Нет, ты не пиздил. Я их никогда не пизжу, потому что... Ты что-то какой-то широкий делаешь. Где ты видел тут лаву? Что говоришь? Где ты трещину от лавы увидел? Там выше намного было. Какая другая тут жизнь была. Какую другую пещеру попал? Чё? Ты в другую какую-то пещеру попал? Да нет, в этой же был. Оу, смотри, кого нашел. Жирную суку? Нет, я сам в ловушке. Пускай там и сидит. Стой, да хватит, что ты делаешь, что, блин, тут ломает. Кто так быстро ломает, ты хотел сказать. Ура, я нашел камень. Вот он не хватал. А, моему инвентарю особенно. Ух ты! Привет. У меня есть хук. У меня тоже. Можно сделать за этот зацеп. Нельзя. Почему? Нужна цепь, и сделаем зацеп. Так у меня есть хук и цепь. Сделай. Но я это могу сделать. Почему? Потому что это невозможно. Там на верстаке, ну вот эту вот херню цепляющуюся, ты чё? Там как по-другому теперь, похоже, делать, потому что я сделать не могу.
Я уже Вот, что-то смотри, вообще не видишь спал. вот здесь? Вот что это такое? Может, корешок какой-нибудь? Ну да. Я сначала подумал, это мозги, когда их помыл. Это казалось корешок все-таки, да. Это опасно нашел. Ты не помнишь, что тут алмаза есть? Ага. Чтоб террорист их не засудил, что ли? Я не знаю, почему это. Может, есть, Нефть, может. понятно, почему нет, чтобы их америкосы не убили. Тебе звонять. Блять, опять кусок говна вывалился. Косян! Так что давай, разбирайся сейчас. Будем читать, что читать, спасибо. Вообще пиздец, интересно в одной играть. Вау. Сейчас как вылезет что-нибудь, отпиздит меня. Хотя бы, блин. Блин, Костя. Вообще жесть. Даже не вижу, куда копать. Блять, ну ладно, пойдет. Ой, беда. Костян. Это хорошо. У меня кончились футила. Тут дофига ресурсов. Так, ну что я могу сказать? Запрашиваю поддержку базы. Мне вообще нечем светить. Рабочий снимать. На ощупь, блядь. Давай, возвращайся, потому что не могу нам больше эти делать. Ступеньки. Не знаю, как ты сделаешь, но возвращайся. У меня есть очень много говна. С помощью него я вернусь. В принципе, ты недалеко ушел. Вниз не ходи. Вниз не ходи. Вниз не ходи. Почему? Нечего там пока... Блядь. Я так взглянусь. Одним глазом.
Неизвестница. Ничего интересного. Что ты делаешь? Убирайся отсюда. Тебе так легко убираться. Мне было бы пару раз неудобно. Понял, что ты мне сказал. Помнишь? Нет. Ты мне сказал, выбирайся. Правда, не знаю, как ты это сделаешь, но выбирайся. И вот я начал восхождение. Я вот просто сижу сейчас на пробел нажимаю и поднимаюсь так потихоньку. Все, хушки. Шоу окончил. Ты плохо поднимался. Что ты делаешь? О, щит. Это никто не ожидал. Ты плохо поднимаешься. Как ты плохо ступеньки расставляешь, падла. Я торопился. Что самое интересное? Ну, что я могу сказать? Что ты можешь сказать? Тут ночь. Ночь, а на карте день. Давай зырку вызовем и завалим ее. Зачем? Чем же? Палками. Обмажем их какашками. Начнем драться. Ебать, зомбари пришли. Охуенно. Они дверь могут сломать? Нет. Охуенно. А, то есть ты все мне скидываешь, да? Все стоящее. Куда ты денешься, дерьмо? Продам, когда придет барыга. Так, ладно, с сердцем мы разобрались, что дальше? Появление NPC. Сделай нормальную комнату ему. Значит, к нам уже может прийти медсестра, торговец. А, зомбы съебывают, потому что уже день. Стой, сука. Стой, сука, я ж тебе говорил, стой, сука, нюх. Так. Так, окей. Значит, вот этот распиздей выглядит тут. Золотая рыбка. Соберешь 10, сделаешь одну монетку. Так, стоп, подожди. Это ты забор сделал? Да. Охуенно. Я тут делал зрение себя. Что сказал? Так, подожди. А, нет уже дерева. Что мы сделаем-то, если у нас нет дерева? Блять, слизни атакуют ножом со всех сторон. Даже из-под земли. Так, я... Ты во все стороны ходил? Судя по этой лесенке, да. Там я дальше далеко прошел. Там и вот деревья уж. Не бей. Не нужно. То есть ты там и по пещерам лазил, да? Нет, смотрим, что в пещеру я не лазил. Сейчас я тут пройду слегка. Грибов хотя бы наворую. О, ресурсы прям на поверхности. Как же я, шахтер, могу пройти мимо такого? А ты, слизень, приготовься к смерти, тварь. Нет, ты как лазил тут в пещеру, я вот вижу одну. Ну ты видишь одну, я вижу. Ты можешь следить за мной, жалко. А есть какая-нибудь тема, с помощью которой можно просматривать, где мобы на карте? Нет? Жалко. Нам нужен этот. Как же называется? Зеркало. Зеркало? Да. Ну которое, магическое зеркало, которое домой возвращает. Mirror. У нас нету дома. Кровати у нас даже нет пока. Я паутину, кстати, притащил. Да-да-да, у меня так было. Нам самолет не хватит, мне кажется. Кровать? Да. Хватит, почему нет? Сейчас соединимся. Блять, пустыня. Там я тоже был. Ты
Тут стервятник какой-то летает, охуевший. О, я могу фейерверк сделать. М? Фейерверк могу сделать. Мне послышалось, я Феррари могу сделать. Тогда я бы уехал, да, следующий летал. Херню сказал, ну, так. Я уже пустыню прошел. Вот дальше пустыни уже не ходил. Срублю тут самое высокое дерево. Здесь слишком много слизняков. Ура, я его срубил к ебеням. Надо посадить новое. Блин, тут все деревья около дома у меня растут. Ты бы уши их срубил. Чё-нибудь за... Хер знает, куда попёрся. Крысоруб. Всё, приходится самому делать. Я путешественник, блядь. Я Ника. А если бы был Радик, он сказал, а я Радик. Там бы Буба. Блять, слизни лезут просто пачками. Ах ты офигеть, просто какая-то птица прилетела, я думал, она меня не будет бить, а она меня начала избивать просто. Причем как-то жестко. Ай, другой гребаный уебок. Гребаные слизни. Так, иди, кровать можешь сделать на высокий. Да. А, вот здесь есть много. Иди сюда, сука. Я в какую-то сраку вообще залез. Черт, да я шел, короче, по полю, увидел пещеру и полез в нее. Теперь начинаю жалеть, что я сюда залез, но мой долг копать, потому что я шахтер. Ебать, это джунгли. Костян, это джунгли, ебать. Значит, скелет в другой стране. Скелеты не любят джунгли. Ну, скелеты находятся на противоположной стороне. Какие-то подземные джунгли, понимаешь? Не суть. Так, значит, скамья, кровать, унитаз. Кровать, унитаз? Это типа совмещенные, да? Так, то есть надо тут поставить. Можешь себе такие новшества делать. Мне сделай классическую, обычную кровать. Я не могу сделать мою кровать. То есть мне на одну только хватит. Сделай одну. Пофиг, я там... как точку спаун, но позначим ее и хватит. О, гид вернулся. Так, его комната готова. Так, значит, тумбочка, верстак. А тут можно просто стул. Тут есть слизень, который следит за мной. Здорово, придурок. Иди в дом, дебил. Блин, ну какого он белку привел к нам в дом? Ну ладно. Белочки они милые, так что пускай живут. Так, короче, он как-то скрыл. Пошел я вылазить из этой пиздени. Все, мечтаю найти сундук, блин. Мечтай. Да, я продолжаю это делать. Уф, вылезли. Может сейчас до моря приду. Ты, кстати, какой мир ты создавал? Средний. Ладно. Долго на кровать поставься на дно.
Сейчас поставились. Блин, это не джунгли, это вообще какая-то... Нет, а вот это, наверное, уже джунгли. Так, он привел белку, пусть и живет с ним, с белкой. Чё за белка-то? Да я не знаю, он белку в дом привел. То есть незнакомый вообще, да? В смысле, ну что за белка? Я имя не знаю. Мне пираньи чуть не обглодали. Теперь какая-то ебаная птица пытается меня убить. 15 хипов. Офигеть. Нажрался грибов и... Короче, я сейчас вернусь. Так, и следующий персонаж. Добро пожаловать. Странно. Следующий персонаж не хочет. Здесь с нами. Блять, мои деньги. Так, что за херня? Ладно, я вернусь. Ладно, мне в комнате будет стоять унитаз. Его судьба. О, вот он. А, это ты. Так, стоп, подожди, я соображаю, что дальше. Это наша белая горячка. Торговец может. Скварел. Сестра может. Делай, блядь, комнату. Стой, подожди. Кого ждать? Я думаю. Чего нам не хватает? Торгаша. Это я понял. Так, ладно, дверь есть. Окно есть, стол, верстак. Ну ладно, так, он переедет. Блядь. Так, я сделал дохера деревянных платформ. Я молодец. Ты в другую сторону сделал, ходил, кстати. Тоже не бегу. Ладно, пойду заберу тогда свои бабки, отомщу этим пидором. Скажу. Я, кстати, тут похож на Халк Хогана. Да вообще. Как помнишь, тот пиздюк из Нарнии похож. Сын Халк Хогана. Кратыш. Ну ему на самом деле 7, но у него уже борода. Как сложно обстраивать дом. О, Ховард. К нам пришел Ховард. Баскетболист. Это вообще Говард этот. Утенок Говард. Так, вот, вот торговец тут пришел. Барыга. Блять, вот мне пизды дают жестко. Кто-то будет жить на чердаке. Не, на чердак нам все сундуки перенести. Ну давай, барыга, что ты можешь нам предложить? Да ничего, он может у нас купить говно за баснословные деньги. За... не, вернее... ой, ты сука. Нахера он не может. Ладно, ну съебан от тебя, падал. Покупал. Пустыня какая-то вообще карликовая. Может я метеорит найду? Он падает после того, как сферу мол только разрушил. Да? Офигеть, вдруг он на меня упадет. Вдруг ты там разрушишь сферу, и он упадет. Да, что фигня поднимать с него. Так, стоп, я несколько минут назад торговал вещами, теперь занимаюсь фигней. Че такое интересно? Пока нам нужно только предложить свисящийся шлем, пигги-банк и всякое дерьмо, которое нам, в принципе, не нужно. Огромное количество факелов, которые нам тоже нужны. Факеломов? Факелов. Почему-то они не хотят сюда. Блин, а че? А, нет, я еще не дошел до места своей гибели. Дебилы, заходите. Какие-то они тупые. Граждане дебилы.
Так, сундук. О, у меня дверь лишняя даже оказалась. Так, ну-ка, иди сюда, если дверь пройдем. Ура, вторая золотая рыбка. Короче, дверь покупает за 40 метров. Короче, они тупые, они, походу, сдохнут. Блин, я, наверное, прервусь на секунду. Сейчас такие я вернусь. Долго не живут. Алло? А. Да. Ну как, чуть-чуть. Блять, вот меня и слили, пока я там пиздил по телефону, как вы уже, наверное, слышали. Продолжаем, значит, ебашить. Ай, зырка ёбаная, сука, съебывает меня, блядь. Ну, давай только подлети сюда. Ну. Все. Разлетелось нахуй. Я еще серьезно говорю, не походу мы... А, нет, до них дошло, зайти в дом. Да их ёбнут пару раз, они в дом сразу побегут. А, ты тут уже дальше. Ты меня завалили там. Линзу выбил. Чё? О, окова нашел. Плюс 2 к защите. Ура, я теперь защищенный. Охуеть защищенный. Ну чё ты? Нет, такие точно долго не живут. Кто? Какие? Такие, ебать, как... тут гора. А, ты все-таки пошел в ту сторону. Это ебать, ебать, гора просто. И руда прям под ногами. Ерунда под ногами. Руда под ногами. Надо хотя бы хоть какие-нибудь себе замутить доспехи. Руды до хера. Опять, наверное, сливаться придется. Ну, ты не так далеко ушел. Тут пришлось под горой идти твоим путем. Ну, моих путей там нет. Твоих путей нет, а кто факела тут расставлял? Вон же. Офигеть. Какая-то красная херня, которую не раздолбаешь обычной киркой. Офигеть, опять эти зомбы с говном на башке. А это зомб маг, что ли, вообще? Да, обычно там все зомби, какой маг. Он телепортируется ко мне, у него синяя фигня какая-то на башке. Ну, слушай, твои проблемы. Офигеть. Ты ввязался в это, ты вывязывайся. Сам расхлебываю это дело, да? Иди нахуй, зырка. Ты меня не получишь. Ты меня не получишь. Уёбывай. О, до него дошло, что пора сваливать. Давай, задебил. Когда я уже зомби жрать начал, до него дошло. Я ж тебе говорю, они ёбнутые. Их только им по башке надают, они начинают соображать. Так, него, походу, хочет обратно. Он реванш решил устроить. Ладно, я его задержу, продам мучениц. Ну, походу, его судьба кончена. Так же, как и он. Такой же конченый. Скажи ему, о, привет. Я, кстати, до зараженных земель, похоже, дошел. Блин. Хуёво одно. Блять, что-то меня убили. Делай мне доспех, а? Давай. Приди, я уже сделал себе один. Говнарей как раз отшибаешь. Так. Чё за зеленый хрень? Не знаю, забирай. Тебе ещё теперь каска. Каска? Страховка автомобиля. Ура! А куда её? Сошел, да? Нет, наоборот, эквип. Эквип?
Вот видишь, он как-то перемещается. Ты вперед него убежал. Да? Может, мне подлагивает так? Давай залази. Давай фигню заниматься. У нас кролик в доме спит. Та белка не прижилась на меня. Ты ее угандошил. Неправда. Ты ее угандошил. Просто на пинчах эту зырку прогоняй. Надо тебе бабло подкинуть. Складывай там в сундук. Подожди, я готовлю себе доспехи. Ага, тебе-то они нужнее, блядь. Туалет, литакс. Чё это такое? Топор нормальный. Нахуй, ты лучше мне броню сделал, подожди. Ну, прости, мне брони уже не хватает. А теперь? Теперь. И теперь нет? Слушай, подожди, я... Что? Все равно нет. Что мне... Что мне бы кому сделать? Посмотрим, что у барыги есть. Ничего не нужно. Ничего-то, что могло бы... Светящиеся палки те, блядь, дорогущие. Так, ну да, одну броню смогу тебе сделать. Нет, он телепортируется, блядь. Мне никто не телепортируется. Тебе что, сапоги? А, в принципе, другого варианта нет. Тут зомбак был, у него в руках были деревянные платформы. Надо, кстати, факела проставить хотя бы. Да и не надо ничего там ставить, не пользуйся, ничего, все заебись. Угу, все заебись, только ночью пиздец темно, блядь. Да и не надо никуда ночью ходить. Как же приключение на жопу? Шах, твои приключения, иди сюда. И давай возвращайся. Сейчас. Тут звезда, звезды павшие. Сегодня. Блять, там уже расцветать начинает, так что надо подобрать сразу. Стой. Ну чё, тебе хорошо, ты нигер, тебя ночью не видно. Кстати, на записи ничего видно не будет, если обратно. Да? Да нормально все будет. Как будто не помнишь. Нормально все будет. На тот момент. Так, а чё нам... Слушай, а почему у нас мигает зеленым? Ну, никто не мигает. А, ладно, мне может кажется просто. Что? Что за дерьмо построил? Надо было как-то наверх забраться. Ну явно не так. У меня нет магической херни, как у тебя. Блять. Че это за говно? У меня такой же вопрос. Ух ты, как взять все? Да блин, лутол. Как? Слушай, может, давай быстрее, а? Лутол. Скоро уже утро, а? Мы их убьем всех. Мы убьем всех, кто станет так, слушай, на нашем давай пути. Давай, ломай свою фигню с собой. Нет, не надо, не ломай ее. Там наверху лут остался. Блять, теперь пауки какие-то с циклопами, блять. Ебать! Там какой-то замок, походу, ихний. Они как-то там кучкуются по расовому... А, слушай, ты еще сдох? По расовому признаку. Да, я отвлекся, мне звонили тут. Придется опять приостановить. Ну, это было. Тут хуйня, это телепортировалось. Я тебе отвечаю, блин. То ли интернет тупит, то ли еще что. Но это все хуйни иногда телепортируются. У меня циклопы, блядь, размером... Ну, не голова, а размер. Сменяй. Да, я их видел. Вовремя слился. Вот, где, вот это я точно в первый раз вижу. У меня теперь шлем, блядь, на карте отображается. Кстати, а где моя борода, блядь? Идёт снять шлем. Охуеть просто, меня шлем побрил. Ты через верх, что ли, пошел? Нет, я решил посмотреть, что тут, а тут есть дебил. Химера что-то там, блядь.
Хорошо, мы их отпиздили в двухе. Двухи лучше биться. Че тут за красные говна? Нифига не долбается, да. Нам нужно найти алтарь и взорвать его. Ну, это какой-то другой мир. Тут нет алтаря. Алтарь-то в этих демонических. Он не в этом. Ну да, демонический. Ну нам демонический. Ну да, я понял. Только вот какие-то, блядь, говна это. Это Япония, блядь, так же ебано. Какая время тут какая. Вообще днище, блин. Пиздец. Ты спускал сюда? За тобой, думаю. То есть ты тут не был? Нет. У тебя дерево-то есть? Да-да. А, ты мне еще и ботинки скинул, да? Да, уже давно. Слушай, я что за... Джаггер Климбер Клавс. Плюс один дэмэдж. Короче, этот кастет нашел, надо? Да ты спустишься. А, паук, сюда. сука, он меня жрет. Падал костяной пиздец паук. Какой-то. Ух, отпиздил. Я какой-то алтарь все-таки нашел. Ты дохера алтарей. Алтарей какие-то. У тебя взрывчатка есть? Стой, да я... Блядь, что за гон? Слушай, давай сюда быстрее. Прикрой меня, я хочу узнать, что это такое. Че за алтари? Вообще, что это за мир? Понятно, нифига не долбается. Нам нужна взрывчатка. Взрывчатка есть? Давай ёбнем его. Стоп, подожди. Аккуратненько вот сюда закинь. Прогадал. В смысле? Не оказалось. Ё, надо ниже спускаться, может, найдем. Блять! Сука, Костян, не иди сюда! Блять, пуки. Сейчас он тебя там заселит. Они меня парит нашинковали просто. Блять, как сука. Блять. Как маленькую жирную сука. Сука, откуда столько пауков? Я одного, видишь, почти убил. Да блин, их тут еще 40, блин, наверное. Блять, яйцо какое-то не выкупил. Что такое за vertebrae material? Прочитай нормально, тогда отвечу. Вертебрей. Блять, 15 жизней. Бежим. Где взрывчатка там? Да и где-то в сундуке на чердаке. Ладно, надо взять взрывчатку и вернуться. Ебать. Так, я отбился от этого дерьма. Нам нужны стволы. Короче, сейчас начнется это. Как тот фильм назывался, где они жопу пиздили. Дрожь земли. Слушай, ты все-таки мячик запихал, да? Да. Офигенно. В общем, надо было сюда приходить. Так, блядь, там какие-то демоны теперь летающие. Сука, не окружают они. Тебе пиздец, братан, извини. Видишь, как я... Так, я понял одно, деньги надо выкладывать. Да? Uh-huh. Я ж тебе скидывал деньги, ты и те деньги тоже погибли, которые я тебе выкидывал. Все деньги остались в той пещере. Так, как продать этому чуваку? Чё, а, все, понял. Ты всякий хлам, который скопился. Ты смотри, некоторых хлам может быть нужно. Да и оружие, которое старое. Оружие, да. Блин, хочешь поржать? Yes. У меня были бомбы. Yes. Пошли. Так это ты мои сундуканы взял. Я твои тоже взял. А потом понял, что у меня уже подожди, есть. Мне тоже продать надо теперь все. Так, какой-то шейдвуд. Погнали. Да подождите. Мы должны воевать. Или они придут и убьют нас. Ты видел, как они нас там отпиздили? Ты хочешь, чтобы они пришли и убили тебя, когда ты будешь спать или срать? Кстати, Ром просрался после вчерашнего. А... Записываешь? Да. Ясно. Думаю, это полезная информация. Блин. Ты думаешь, кто-нибудь будет трехчасовой ролик смотреть? Я ведь реально потом запилю. Просто склею все это и запилю один огромный гигантский ролик. Который вообще не значит ничего. Ну а ведь не суть. Ты... Давай, иди сюда, мы должны убивать. Деньги забери, я хочу узнать, что это за пиздец. Деньги забери, выложи их, блин, в сундук. Мои деньги остались в пещере. А, ясно.
Пошли, я... А, ну ладно, изучай тогда, строй комнаты, я пошел воевать, блядь. Я говорю же, мне нужна броня. Какие комнаты сейчас? А, нам нужен оружие... А, оружейник приходит только, когда ствол найдешь. Блин, надо срубить дерево какое-нибудь, захуярить, чтобы факела хотя бы были. Короче, это что-то типа, наверное, паучьих гнезд. Но это не они. Нам нужна новая серая ревики, которая рабочая, то есть которая обновляется. Херена, короче, есть гопота, идет меня пиздить. Паук, короче, и этот гопник, который телепортировались. Это, короче, называется Кримсон. Что? Кримсон. Кримсон? Ты сам нигер, ты сам криминал. С некоторым шансом появляется в новых мирах место искажения. Офигеть. Покрыт кровавой травой. Спуск в пещеру сложен с кровавого камня. А, вот, сердце Кримсона. Сердце Кримсона — это аналог теневой сферы. Короче, нужно к ебеням взорвать, да? И кровавые алтари. Вот, аналог демонических алтарей. Короче, да, это то же самое, только из крови. Хуй, нарвались на пидоров. Для призыва мозга к Тулху. Охуеть, блядь. Что-то новое. А, только этого долбоеба нам не хватало. Не, это какой-то мозг к Тулху. Это не именно глаз к Тулху, а мозг к Тулху. Все плохо. Я тут отпиздил ихнюю передовую бригаду, но их слишком дофига лезет, Костя, нужна помощь. Стой, стой, стой. Их можно уничтожить только после убийства стены плоти. Кого? Вот это говно, которое вот алтари. Что? А как стену плоти призывать, если мы к этому говнонатору не ходили еще? Какому? Стелетрону. Стену плоти можно в любой момент. Короче, сначала надо... Сосать. Он используется для короче, он пока нам не нужен. Кто? Вот этот красный говномир? Да. Нет, в смысле, как нужен. Вот эти вот алтари, это как демонический алтарь. Блять, ты вспомни, как мы стену плоти мочили. Помнишь, сколько у нас пуль было? Короче, там можно создать подозрительный глаз, приманку вещеря и корону слизи. Ну да, нам нужен вот этого червя как раз. Да и червя еще рано, Ктулху первый. Давай мозги вызывать. Да, Ктулху надо. Да не мозги, а глаз. Давай. Линза так, еще. Это 6 линз. У меня есть одна. У меня тоже. Так, что еще нам нужно делать? Если пытаться уничтожить алтарь, то персонаж, например, получит уровень. Че? Короче, мы его не можем пока уничтожить. Не можем? Ага. Блять, вот днище. Короче, мы можем пока использовать его только для создания какого-нибудь дерьма. Че такое? Face Monster. Охуенно, иди нахуй, сука. Там есть, короче, огромные сердца, я не знаю, как правильно. Там у них какое-то дерьмо лежит, нужно. Так что, если ты там есть, то ищи. Корона какая-то вывалилась. Один. Блять, эти мобы ебаные, они телепортируются, я тебе говорю. Я не знаю, может проблема с интернет-соединением или еще с чем-то. Я отвечаю, эти хуйсосы, они телепортируются. А, какой-то лицемонстр. Ну вот лицемонстр это как раз и есть вот этот вот отсос. Циклон. Кровавый. Да, циклон, да. Только людей не похож на зуб. Да, похож. Падает позвонок. Может, вот это и есть позвонок.
А, да, вот это вот, короче, блять, вертебрей, это позвонок. Из 15 штук может создать кровавый позвоночник. А кровавый позвоночник вызывает мозг КТУ. Так, Кремера. Так, ну Кремера. чё? Я, короче, набрал вот этого кровавого камня. Два раза попробовал взорвать. Не Нельзя. безрезультатно. Да. Короче, из всех этих уродов выпадает позвонок. Так. Есть. Что? Блять, на жопе шерсть. У Похоже, меня что. 5 позвонков, короче. И какая-то Кремера в банках. Что это такое? Меня окружает, я добрался к сердцу. Еще твой, сука. Слушай, паук, кстати, прикольно сделан. У него меняется этот анимация в зависимости от того, как в каком положении. Блять, только эта сука меня сейчас убьет. Я не получу, блять, сер... Сейчас вместе пойдем, подожди. Ты заебал ты, ты чтец, Я хуй. изучал. Звучал ты, блядь. Блядь, сука, иди сюда, у тебя волыны продаются. Нет. Мне нужен хотя бы лук. Чё, зачем эти позвонки? Для вызова мозга КТУ. Охуенно, у меня есть 4 позвонка. Не опять. Но нам сначала надо вызвать глаз. Сейчас ночь будет, напиздим это. Делай, короче, этот. Скинь мне позвонки лучше. Да, я сейчас скину позвонки и сделай мне лук. Это срочно. Да лук-то я тебе так взял. Нахера он только. Подожди, бабло забери. Да, кстати. Двери открой. Открой. Да, блядь, я в инвентаре. Ты забрал мою единицу? Да. Ну, половина там опять валяется. Так, лук, значит. Иди сюда, Слушай, барыга есть. Белка, надо пустить белку. Белка, кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Иди сюда, тупая я не с... могу сделать лук, я тебе могу бумеранг свой дать. Бумеранг, блядь. А, не, могу. Стрелы у тебя есть, думаю, да? Охуеть, я за бесплатно продал дохуя этого. Ну, блин, у меня сколько? 43 стрелы. Думаю, этого мало. Сейчас свои отдам, потому что Блять, есть там теперь. обу белку убили. Давайте отдам этот. Подожди, кастет забери. Так, на лук. Зачем-то стрельнул. Все. Так, на. Кувалду мне тоже надо будет. Я сломал какую-то херню у себя в доме. Слышишь? Что он? Кувалду. Какую кувалду? Какую-нибудь обычную кувалду. Я с тобой, ну. У меня есть кувалда. Давай напиздим сначала мобов, чтобы вызвать гзырку ктулху. Нам сам надо убивать только глаза. Ну давай, вон они там тусуют. Да подожди, сначала туда давай придем. Туда придем. Ну да, там если до сердца только добраться. Там Так, тем более. стоп, заново я все забыл. Что ты забыл? У меня еще тут несколько. Нет, мобы ТП-шуются, сука. Отвечаю, тут особые какие-то, сука, мрази. Так, Кремера банк. Знамя краб. А, краб. Так еще хуй знает, что такое не позволяет какой-нибудь сундуке, я думаю, на день. Любому, что это нужно. Так, позвонки тоже сюда уберем. Будем, что будет? Шейд будет. У нас есть какое-то охуенное дерево от меня. Какие А, зачарованные у меня и стрелы так есть. есть, у меня и так есть костет, забери. Есть костят? Ну, открывает отдалами. Его в четвертую, короче, я поделать. В четвертый? Здесь стой. Давай кидаем. А, стоп, у нас они с тобой разные. Знаете, это было. В четвертый? Четвертую и квик.
Плюс один дэмэдж, а у меня было плюс два. Не, значит, не знаю. У меня плюс один за плюс один суть. Спасибо. Блин, почему у меня мобы телепортируются? Блин, ну что не телепортируются? У меня телепортируются. Тут тебя, у меня все нормально. Но они меня пиздят из-за этого. Убивать сверки. Иди сюда, сука. Из-за того, чтобы нормально убивать какое-нибудь дерьмо, мы убиваем здесь долбанные кого-то, который хер допрыгнет. Он подставил меня, из-за него я убил кролик. Две линзы. Надо пить. А чё за фигня? Я реально тоже теперь могу отталкиваться от стен. А ну, значит, это вот они делают. Так, где у нас? У тебя две, да? А, не одна. А, не одна. Пиздец, кролик. Монстры. Это вообще, походу, чуваки из Slipknot идут за Ромой. Гид — это Ром. Они его убить хотят. В снежном биоме обитают волки. Блин. Сколько у тебя этих зырок? Одна. Линса одна. А нужно 6, да? 5. Еще 2 надо. Там есть летучий поганец даже. Офигенно. Кровосос. А, это в хард моде уже когда. Так, значит, да, глаз кто. А че они вообще мобы-то не идут? Говорю, освещать нужно дороги вот эти все. Чтобы драться нормально. Да мы так деремся, наверное. Угу. А, 6 линз. Ошибись. Давай выходи драться, бля. Ладно. С него теперь трофей, короче, падает. С кого? С Ктулху, когда убиваешь. Так он всегда падал. Нет. Но трофей, не имею в виду деньги какие-то, а трофей. Его на стену можно повесить, то что ты его убил. Ну ладно, ты где? Ты туда пошел? Да. Заодно дойдем, короче, и это. И никого не убьем. Че никого не убьем? Убьем, напиздим их. Блять. Темно, как в жопе у негра. Да не темно, не видно ничего. Так, я на эту гору потом надо будет убрать. Сорвать. Когда будет много всего. Так, вот здесь аккуратней. А, нет, это еще не здесь. Да. Вот видел, тебя долбанул? Ну, потому что он меня ударил, наверное. Меня тогда долбанул, потому что... Что? Блин, вот чё он туда залетел, а? Козлина сраная, ну ведь нам нужен. Всё, опять смотри, приходится делать. Разборка какая-то. Там братва ей подходит. Вообще. Да не трать стрелы в так много. О, вот. Я все понял. Еще и зомби нашли здесь. Ну, все, надолго я ходил, смотрю еще в пещере.
Да нет там ничего в пещере. Ух, маленький зомби. Блять, телепортировался каким-то хуем за меня, блять. Я опять ебал у меня. Нет, у меня интернет не лагает, они реально телепортируются. Ну, это не только у тебя, значит, телепортируются. Ауч, давай быстрее сюда. Ну тут ничего, блин, тут опять эти уебки ползают. Пошли туда, там сердце было вообще. Нам нужно пробиться к сердцу и там подобрать как раз это. Там и ствол будет, и все. Так, тогда стой, подожди. Я с радостью подожду тебя, у меня как раз хипы восстановятся хоть. Башка вон защищена, ноги защищены, а у, блядь, пузо нифига не защищено. А я не хочу. Стоп, у тебя шлем есть? Да. Нет, все же я отдал. Потому что я одевал шлем, у меня мой нахуй портился. Пасик сразу тут не бежал. Ну слушай, пора закрывать это. Потом мы не будем вечно убиваться, блядь, они сам пролезли. Пошли. Все, закрыли. Ёбаный паук, ты посмотри на меня. Да, они уроды. Освещение нужно по-любому ставить. Блять, одноглазый, сука. Да не тратьте стрел. Ты хер с ними. Блин. Если они нас убьют, они нам... Да не убьют они нас. Убьют. Их можно без стрел убить. Можно, а вон того пидора. Тоже. На, ему в зырку просто. У тебя меч круче стал. Нет. Да. Нет, лучше бы старый не остался. Искажение обычно. Да. Нет, тут, конечно, интереснее, но тут сложнее реально. Да нахера отстраиваешь стрел так это? Да не сложнее вы там. Запись. Давай, зелье, выпей нормально. Какое? Блин, посмотри, еще у тебя. Это грибы, блядь. Ну, жрень грибы, знаешь. А как, куда зелье, кстати, ставить, не помнишь? Никуда, если они есть, просто правую кнопку по ним нажимаешь. Блядь. Бля. Вот с вами с зельями. Теперь нам точно пиздец. Все, я выпью зелье. С фабрику сдавай не пиздец. Пошли. Так, итого еще 4 позвонка. Пошли, у нас дохера позвонков уже. Так, быстрее в пещеру, короче. Стоп, получается, это дерьмо разрастает. Пошли. Да, скорее всего, да. Так что нам нужно крутое оружие. Пошли, блин. Блядь, сейчас. Ты чё там делаешь, блин? У меня кот идёт. Блядь. Нас, короче, на Ктулху стрел не останется. Ты насрать на них, еще заработаем, блин. Купим. Нам сейчас, короче, вниз и влево. Прям резко влево, потому что они сразу, суки, полезут. Слушай, это безопасно-то. А? Что так безопасно-то? Так, короче, твоя задача меня сейчас прикрыть. А, ну сейчас слава тебе, да? Слава мне, блин. Тут, блядь, выбраться надо из этой хуйни. Что меня вот чуть делал? Не убило, блядь. Что? Потому что херней какой-то занимаешься. Херней занимаешься, я пытаюсь из этой ебалы, во-первых, выбраться. Это раз. Блять, вот так вот это делают. Ага, окей. Геройский. Угу, молодец. Прям в цель. Чё такое? Ничего, ты поставил здесь вазу. Да. Так точнее. И как его уничтожить? Блять, прикрой.
Костян! Да никто не идет. Кто никто не идет? Они ко мне идут. Они ко мне, стой. Занимайся своим делом, они ко мне. Я выбраться все равно должен. Чтобы заниматься своим делом, я должен подняться. Блять, ну не по ним стрелять не обязательно. Ёбаная вода, везде, блять, одна эта ёбаная вода. Все, деньги мне. Давай, вылази оттуда. Так, как-то можно, на паузу нажал. О, еще одно сердце. Да. A horrible chill. Underwake. Все, оружейник выпустит это. Horrible chill goes. Ужасно. Что за ствол? The Undertaker. Undertaker. Не знаю, проверь. Ура, у нас есть мамына. Стой, подожди, там еще одно было. Да, я вижу. Оно мое. Да? Да. Твое, собирай все, но нам нужно, блин, пробиться как-то к нему, его взорвать еще. У тебя нет, что ничего взорвать? Две взрывчатки. Ну, дай. Ты ими справишься? Да, конечно, шли. Ну, значит, пиздец, не справимся. Тем более... Оружейник сейчас придет, это уже охуенно. То, что волыны есть, это... Блуд, краулер, баннер. Что это такое? Кровавый баннер. Я не справился. Молодец, хуй. А, нет, сейчас, может, повезет. Не повезло. Блять, они идут за нами. Слишком быстро. Причем снежные эти пидоры. Так, как я понимаю, у тебя больше ни хера нету. Mm-hmm. Дальше пройти нам никак. Значит, нам нужно как минимум... Одна взрывчатка. Да. Блять, так, они идут за нами. Суки. Хотя пушка есть. Блять, я уже в какой-то... Хотя бы не пушки есть. Ну-ка, стоп, пошли. А, мы не можем туда пролезть. Нам нужно что-нибудь, что раздолбает эту ебалу. Так, стоп. Но... А раздолбает этот ебалу только то, что, короче, когда мы этот завалим глаз к туху. У меня ничего нет. Ура, у меня есть волыны. Это волыны охуенно валить мобов. Но у меня всего 12 патронов. Блять, как хуёво. Что патронов, кстати, я думал, без патронов. Без патронов, да. Ты еще скажи лазер. Выбираем с патронов. Закрыл просто. Пускай там что-то. Может вылезешь, а? Сейчас вылезу. О, у меня, кстати, дофига бабла. О, еще одно сердце. Мне бы оно не помешало бы, кстати, сейчас, денежки возьму. Я добуду. Сейчас, один прыжок. Патроны, если будут подпадаться, мне сразу давай. Так, как еще одно это сердце. Подожди, мне до этого добраться. Нужна взрывчатка, в особо крупных причем. Без нее никуда мы уже тут дальше. Так, сейчас. Ебать, смотри, сколько там снизу они хотели. Блять, я его на себя использовал. Спасибо. Иди второй забери. Там такое сердце к этой херни. Слушай, ну что я могу сказать? Хотя бы мы себя здесь обезопасили, эти хуи снизу хотя бы не будут пробираться. Ебать, сколько их там. Тьма тьмущи. Пошли наверх. Быстрее валим, пока ее не сломают. Что они ее не сломают хотя бы? Блять, ты как всегда хуйный путь построил. Блять. Это нечестно. Побеждает сильнейший нигер. Нам нужен глаз к туху, да? Ну, сколько там линз получается? Ну, 6, у меня 2, и у тебя там сколько? 1. Блядь. Ну, смотри, там что-то походу мозг и этот, они одинаковые по сложности. Ну, давай вызовем, блядь. Ну, без патронов я на нее не пойду, и без брони на теле. Ну, потому что боишься. Потому что ты боишься. Ну, блядь, так-то, потому что мы сольемся вообще без шансов.
У нее сколько? 2000-то жизни или 3? Не знаю, но тут красиво. Кстати, день, мне кажется, быстрее начал идти. Хотя, мне кажется, как тогда-то, помнишь, мы когда ебашили, там тоже время шло, пиздец. Так, офигенно, блин. Так, давай, ты открывай там все. Просто говорит, надо беречь патроны и стрелять, да и зачем? Просто так понял. Так. Чё о, это? Красный взведенный блок. Охуенно, блин. Насали на него. Кто ты, блин? Пингвин. Спорим, у нас на... Не, он мирный. Круто. Блин, я бы выпрыгал к нам домой. Блять, опять красное говно. Я нырнул в лужу голову красного говна. Видим, что это кровь. Какая-то пещера вниз уходит. Туда заглянем, может там взрывчатка будет. У меня опять поменялся этот фон. Заглядывай. Я лишь заглядываю, дальше пойду. Так, служит одна. Блять, никуда не привело, там тупик. Вот поэтому к красному блоку он по нему скользит, короче. Да? Ага. Офиген. Так, что-то смотри. У оружейника же была взрывчатка, да? Что? У оружейника же была взрывчатка. Это был, да? О, нормальный лес наконец-то. Отчасти. Что там есть что-нибудь в сундуках? Нет сундуков. Ну в этих хернях. Я не знаю что. Прямо туда. Кстати, вот так вот гопать же речь всего получается. Так просто идешь, рашишь. Да что у них что-то такое прям попадается? Ну нет, я вам, например, сейчас четвертую золотую рыбку завалю. Вон дохуя говна всякого сейчас подобрал в сундуке. Опять то дерьмо. Здесь пустые. Так, какой-то ястреб ёбаный. Падение ёбаного ястреба. Так, главное, чтобы говно какое-то не вылезло из пяти. Подожди, подожди меня слегка. Давай. Иду. Да блин, все съемки, блять, разбредемся, сука, как дебил. Да подожди, что ли, ты быстрее меня почему-то. Догонишь. Да подожди ты, молясь. Он сложный. Блять, я чуть не упал тут. Так, светящаяся вода, охуенно. Кто-то обученный поссал. Смотрю, экономишь до сих пор. До сих пор экономлю. Ничего не трачу. Ты у меня их... Я их вообще... По-моему, все расстрелял, когда мы там были. Сердце взорвали. Мне вообще карта половину обзор скрывает. Опа. Вот это да. Никто не ожидал. Блять, давай вызовем. Ага. Да. Не, все, уходим, а то он еще вылезет. Теперь мы знаем, что он здесь хотя бы. Нет, самоубийца решил побывать, да? Ну, удачи. Я домой. Да нет, это вообще без вариантов. Да нет, ты чего, сейчас справимся. Пиздим его, мудохаем. Слушай, я нашел какую-то херню. Лид бар называется. Лид бар. Железный и слит. Короче, 6 слитков железа нашел. Нужно... Пошли, затаримся, значит, этим. Домой пошли. Ну да. Пока ночью наступил. Пать, ну ты подождал бы, а? Да какой ты подождал, я уже свящий сутан. Ты тоже как я смотрю. Блять, опять ты. Короче, забей меня пошли. Пусть они толпой за нами летят, ясно. За нами летят.
Они нас пиздить хотят. Я вот чуть-чуть, я на телефон отвлекся, чуть не пизанулся тогда. А ты куда собрался? Там вода внизу вообще. Ну, пойдемте. Интересно. Два нигера, блядь, по пустыне. Нигер Халхок. Воруй. Блядь, темнеет. Слушай, мы сейчас до вот этих ебаных земель доберемся, если ночью. Там же пиздец будет. Стоп, сундучок. Пустой. Ну, блин, сундук забрать надо. Что такой богатый, что ли? Сделать. Так, я стрельба опять такой. Слушай, зима-то была, но зима-то была только зимой. Нет, зима была в определенном участке. Да? Да. Почему мне никогда не попадалось? Вспомни, мы записывали в первый раз, когда зимой. Или играли в первый раз зимой. Играли первый раз зимой, когда на тебя ледяные гопники напали. Снеговики. Я смотрю, ты там это, второй писатель. Я тороплюсь. Но тут прилетел глаз, и не могу не отпиздить его. Ну ладно, будет стоять. Черная линза. Черная линза выпал. Я не знаю, что это такое. Что так и написано, Black Linz? Да, Black Linz, она сама черная. Вот сейчас нормально вывалилась. Так, давай быстрее уже. У тебя еще день, что ли, там? Вот. Какой день, блин? На меня налетело их дофига просто. Сейчас они меня... Меня тоже вот и не... Ну, свалят они меня, свалят. У меня не так много баба. Может, все-таки я один не хочу домой идти. Ладно, ладно. Выжил только ради тебя. Уже ближе. Я уже дома. Значит, надо забрать твою дерьмо как-то. А, ты то есть стрелами от них отбивался, даже стрелы не смог отбиться. Потому что молодец. Я один раз промахнулся и пиздец. Так, где ты умеешь? Так, толпа, куча стрел, надгробие, значит. Стоп, а... Где ёбаный оружейник-то? Ага, понятно, ему и комнаты нет. Так, стоп, подождите. Ты должен построить комнату грёбаному оружейнику. Да, блядь, мне выбраться отсюда. Ты выберешь там недалеко идти. Да да, чё, риск тут. Что то, что, блядь, за скользящим блоком прыгает. Он пора скрыть уже огромный долг. Так, и эскимос. Зомби эскимос. Всё самое интересное время. Ну, вообще зомби с каким-то хламом. Меня еще зомби окружают. Тебя встретить, что ли? Да нет, что ли? Так, одна линия есть. Ну вот, ништяк вообще. Ух ты, я нажал на общую карту. Это офигительно. На тап нажимаешь. А, ну я знаю, я же тебе рассказывал. Так, главное, чтобы это на глазах людях не чувствуется. Так, опять... Еще одна линза. Блять! Ну, зомби скинулся. Так, перепрыгиваем. Я, короче, иду тебе навстречу. Я Владис. Пока пауков попизжу. Сейчас. Ля, не меня. Эскимо худ. Ух ты, у меня теперь шляпа эскимос есть. Офигенно. Капюшон вообще. Ты теперь капюшонщик. Блять, у меня осталось 2 патрона, так застрелиться. Можно и афро тогда убрать. Все, у меня уже самого 5 линз. Ну, звезда упавшая. Сколько их? 10 штук нужно собрать? Да 6, блять, уж сколько раз сказал. Звезд попавших. А, да. И тогда не все маны были. Блять, пути какие жирные, сука. Можно быстрее? Можно. Но только у меня 42 хипа, и они меня со всех сторон.
Так, как тут поступить, как вызвать Сьюзи? Я тут, блядь, в озере в этом застрял. 6 хипов, блядь. Я спрашивал меня спасать сам. Ты потому что меня тут мочило жестко. О, блядь, пиздец. Порезали меня. Ничего не меняется. Нам нужно этого. Вот так отправляйся на спасение. Отправили бы тебя как раз. Тогда бы вряд ли что случилось. Ну там бы у меня лук был бы. И тут я есть. Ну там можно было бы не экономить. Ладно. Тогда по хардкору. Я же... Он как раз экономил. Я же вступал в бой в столкновении. Да он вообще там все проебал с самого начала. У него все было. Он распиздяй. Блять. Вот походу моя очередь настала. Я даже приблизительно знаю где-то. Я еще не нашел того мира даже. Слушай, может мне ночью где-то перекатываться мне? Черки какой-то. Негде. Ты днем пойдешь, будет так же. Так, хотя бы у меня теперь есть свет. Звезда упала, у меня это к счастью. Я уже убил 1000, наверное. Я, наверное, тут вообще пиздец. Ай, сука, сзади. Мразь. В каких ситуациях я тут выживаю? Хотя сзади там убивают. Меня тут я пытался на телефон ответить. Вовремя ты отвлекаешься. Я очередной зомби скинулся. Сейчас я тебе... Как, кстати, боезапас менять? Не знаю. Тут белка под водой хуячит. А? Ты какой боезапас-то еще? Ну, патроны сменить как? Есть у тебя стрелы огненные, надо с помощью факелов делать. Ну, как огненными стрелять? Факел купи. Ой, огненные стрелы сделай и засунь их в место, где стрелы. Стрелы, они у тебя там автоматически справа от монет. Сейчас я тебе дам все знать. Mm-hmm. Видишь? Да. Карту увеличь и посмотри, где. То есть уменьши, наоборот. По хардкору, сука. Их тут штук 20, наверное, летает. Это какое-то ёбаное падение черного. Не то, что ястреба, мудастера какого-то, блядь. Они вчетвером меня ебашь. Впятером пытаются меня отпиздить. Блять, ты там дома умираешь. Я не дом. Ага. Пару метров от него, да. Это жестко. Ясно. Они толпой меня запихнули. Так, вот. Они все. Наконец-то. Паук сделал свое дело. Давай, блин. Да чё, давай, я не оставлю свои деньги там. Я ему там ещё. Ебать, ебаный скимос, у меня дома. Надо съёбать. Они вплотную ко мне подкрались. Все, тут до дома отойти не смог. Чё это не смог отойти? Я тебе говорю, они там налетают по 5 зырок. Блин. Так ты не забывай, что у меня, блядь, только штаны, блядь, железные и шапка. У меня только нагрудник и всё. Ну вот, носисечник, он круче же. Ебать, за мной шапка какая-то гонится. Шапка передвигается быстрее. Они там стоят за мои деньги. Я по... Всё, я подобрал твои бабки. Они здесь же были? Нет. А где? Твои бабки. Где они были? Много дальше, в ледяном мире. Еще в ледяном мире? Да. Да я сам дойду, иди отсюда, еще потеряю, сейчас все еще подобрал. У тебя меч, кстати, получше-то будет. Такой журм. Блять. Ха-ха, гори, сука. Burn, motherfucker, burn! Не останавливаться. Сука, ни костяны не хотят гореть.
Возьми патроны, я вам, сука, устрою бы теплый прием. Три павших звезды сразу. Блять, Точно. блять, блять, Блять. Мои чувства. Я их закрыл. Так. Так, идем дальше. Так, перекусили грибы. О, я нашел свою гадницу дня. Так, все, теперь возвращаемся домой. Съездим. Так, поедем мы будем. Я пока дров нарублю. Слушай, полезно сидеть. Нам комната нужна под оружейника. Я в курсе, сейчас, подожди, я в жопу прихожусь. Ты мне тут про комнату рассказываешь. Мне домой попасть. Так, что-то меня окружает. Блять, не буду. А, у меня циклоп с неба упал. Офигенно. Что-то так плохо. Блять, нет, 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 только не здесь. Опасно. Я опять застрял на том же самом месте. Черт, еще один циклоп с неба упал. Как вы, если карту тебе же прозрачный такой? Нифига не прозрачный не будет. Блять, да они достали. Как карту передвигать? Что, куда сдвигать? Плюс к минус. Ну я тебя даже так не вижу просто. Да, кстати. Ох. Настолько выпил, что даже не будет смешно. Слезы взялся отбиваться от этих уродов. Я хочу так. Чё ж в хард моде-то будет? Точнее, я сам вниз опять упал. Выбирался отсюда, блядь. Чё-то у меня столько хлама скопилось. Кошмар просто. А, чё-то не сукло. Давай. Надо, прерваться, трубку надо взять. Как платформу-то делать? Я, кстати, дальше записываю. Какие? Ну, в смысле, стены. Да не надо, я сейчас все построю. Давай, строй. Дерево пошли, вы уж помоги добыть. Да сейчас. Есть, я добыл. Да я знаю, как ты добыл. Да добыл нормальный я, ну, хватит. Сколько у тебя? 117. Мало. Если бы я любое значение назвал, ты бы сказал бы мало. Если бы ты назвал значение 200, я бы сказал нормально. 117 надо. Да пусть больше. В следующий раз. Ты им свой монопотамский комнаты строишь. Да чё, блин. Это мой дом, я хочу ещё и строить. Блядь, ёбаный нигер. Димка. Мне не нужны там комнаты 2 на 2. Да похуй вообще на комнаты. Да мне не похуй. Мы в нём ещё живём. Мы в него телепортируемся после смерти. Ну, а я в нем живу. На кровати, кстати, нужно лежать только ночью или днем тоже можно? Просто нажми правой кнопкой на все. Ладно, потом нажму, подойду, ткну. Ебать, у тебя и топор охуенный теперь. Ну, потому хотя бы у меня валуина есть. Чё потому что? Кстати, это метеориты упали где-то сейчас, наверное. Почему? Ну, а, ну что? Да, рванули-то. Или вот следующую ночь пойдет. Пойти на наш дом. Ну, а с одной стороны, хорошо. Далеко ходить не надо искать. Будет у нас челяба дома. Бит-бом-бим-бом. А, ты хоть сажаешь? Сажаю, конечно. Тут, видишь, уже насажено, блядь.
Потому что я сажал. Я забочусь о них. Я сажал. Потому что я забочусь о них. А то ты не заботишься о наших жильцах. Жильцах. Которые, блин, у тебя должны жить. Они ебаные бомжи там. Которые вечно, блядь, выходят к мобам, чтобы поболтать с ними. Даже так. Иди строить, блин. Сейчас ночью будет уже. У меня уже все пришли домой, блин, даже. А. Где-то. У дома. А ты где? Иду домой. Капец, каска с фонарем. 8 золота стоит, прикинь. Круто. Наш барыга ёбнулся, давай его завалим его. Ага. Давай, домой не пустим. Столько режимов карты, капец. No, я съел золотую рыбку. Реально? Нахуй. Я хотел себе отдать. Короче, есть такое приложение. Какое? Закончится. Скоро закончим. М? Скоро закончим. Газ-хуз. Ну, главное сейчас. Положим его. Нормально. Не услышь, да не пускай. Костян. Костян. Что?